Ну вот мы в центре города. Едем вот в таком ресторанчике. Сейчас попьем пиво. И будем просто офигевать. А посмотрите, какие горы начинаются. Это просто что-то. Ребят, мы уже проезжаем сейчас озеро Тунерс. Вот видите, мы едем как раз сейчас через город Тун. Сейчас должен какой-то потрясающий вид открыться, но уже неплохо. Да. Ух ты, какая красота! Мне кажется, они должны быть рядом где-то. Я вот здесь взяла не по расценке, да? Ага. Не буду мешать. Это просто невозможно выключить камеру. Здесь все красиво. Я была в Женеве, я была в Берне. Друзья, мы приехали. Мы приехали в чудную деревню Гриндервальд. Вы готовы это увидеть? Вы готовы это посмотреть? А тут нету экспо? How to get to this city? Excuse me, sir. How to get to this city? Yes, the ticket is the left side. Okay, thank you. О,
Выход на улицу нашел. Нужно будет проехаться туда наверх, в саму деревню. А это просто станция. Да? Боже, какие горы красивые. Так, тут есть дорога. Да, она шикарная. Посмотрите, какой вид. Сначала, я думаю, надо изучить все, что тут внизу, а потом уже ехать наверх. Потрясающе вообще. Боже. Разве это реально? Вживую, ребят, конечно, это смотрится просто невероятно. Аж дух захватывает. Ну, конечно, надо подснять. Сейчас. Крутяк вообще. Вот это настоящая Швейцария. Альпийские горы, ребята, альпийские горы. О, вау. Я хочу так снять. Смотрите, сейчас будет классное видео. Сейчас. Просто даже вот с реакцией такой. Сейчас. О, вау. Просто шок. А зачем наверх ехать, если весь пейзаж снизу? Вот он. Альпийская река. Ребята, мы в Альпах, в самом прекрасном месте Швейцарии. Ой, у меня прям просто нет слов. Это невероятно круто. Сейчас будем искать кадр для фотографии. Китайские туристы, придите сюда, пожалуйста. Мне надо сфоткать. О. Excuse me, guys. Can you take a picture, please? Yes. Yeah, yeah, one picture. Thank you. Looks like here will be amazing, yeah. Thank you, sir. Thank you, Sean. Thank you, thank you. Thank you, you too, guys. У меня просто слов нет. Ребята,
ребят, я буду снимать все. Пусть будет часовой материал на несколько часов, но это невероятно круто, и надо... Я хочу, чтобы вы все это прочувствовали. Сейчас давайте еще одно снимем. Тут вот просто даже вот так вот гуляешь. Сейчас найдем ракурс. Где-то вот отсюда, даже вот так вот. Вот. What a beautiful place, guys. Класс. Смотрите, какая история получилась крутая. Офигеть. Вот, смотрите, поезд поехал прямо туда наверх. Вот это тяга. Ой, блин, это просто вообще нереально. Меня просто сводит голову. Мой мозг не может это просто представить, как это вообще возможно, такую красоту видеть. Куда идти, тоже непонятно. Но давайте пройдемся туда наверх, да? Посмотрим, какой там вид откроется. Вау. Сказочное место. Вот отсюда посмотрите, какой вид шикарный. Холодная. Ребят, ну как вам? Напишите в комментариях. Нормально я вас завел, да? Смотрите, какая красота. Вот она, природа, вот она. Вот она что, Михалыч. Вот она где красота истинная. Класс. Так, здесь есть тропинка. Наверное, она куда-то приведет.
Ну, здесь рассчитано на то, чтобы люди ходили. Здесь можно каждый сантиметр фоткать, отвечаю. Пойдемте сюда, посмотрим. О, ничего себе. Электрическая. Нельзя трогать, иначе шарахнет. О, на вертолетах даже летают. Так, я не думаю, что мне туда надо идти, но, может быть, можно будет как-то выйти потом. Ого, сколько туристических автобусов тут стоит. Видать, место максимально популярное. Ой, как бы всю эту красоту вам показать получше. Реально крутая деревня. Здесь просто приятно гулять даже. Река шумит. Да, можно спокойно здесь прогуляться. Просто идти вот по этой дороге и изучать, смотреть, что здесь происходит. Ну, вообще деревня шикарная. Какая-то бабушка сидит на балконе у себя. Сказка. Гриндельвальд Бас. Вон чувак летает.
Я думаю, что никто не против, то, что я просто пешком хожу здесь, гуляю, шагаю, можно и так сказать.
Так. Сейчас посмотрим. Сюда идти надо. Сейчас дойдем до центра города. Как красиво. Сейчас попробуем какой-нибудь красивый шат сделать с этими камнями. Получилось. Сейчас будет какой-то культурный центр. Посмотрим. Буквально 2 минуты идти. Небольшой. Можно кружок сделать, потом вернуться на станцию и поехать в еще один городок. Автобусы для слабаков.
уже почти рядом с центром. Ну что, сократим? Пойдем тут. Ух ты, а тут прям цивильно. Все тут есть. На лыжах. А, это, наверное, подъем на лыжи был. Фух. Ну вот мы в центре города.